Для утепления балкона и лоджии используйте Типофол – революционное решение в мире теплоизоляции. Уникальная технология – легко утеплять своими руками и контролировать работу. Типофол безвреден для человека и имеет неограниченный срок службы. Посмотрите, как использовать Типофол для утепления балкона или лоджии. Это переворот в мире теплоизоляции. Первый этап – утепление бетонных перекрытий и стен. Важной задачей для утепления лоджии является изоляция бетонных поверхностей, которая позволит создать оптимальный температурный баланс в квартире. Типофол защищает от влаги и холода с улицы и отлично сохраняет тепло внутри квартиры. Сначала утепляем плиты перекрытия. Раскатываем Типофол и крепим его при помощи дюбелей, а стыки, имеющие систему замкового соединения, свариваем строительным феном. Благодаря сварке замкового соединения получается единое герметичное полотно по всей поверхности утепления, без щелей и мостиков холода. Стыки между стен, полом и потолком надежно спаяны строительным феном и визуально незаметны. Следующим этапом является монтаж пола. Поверх Типофола на специальные маячки мы укладываем армирующую сетку и заливаем всю конструкцию бетонной стяжкой. Далее устанавливаем стеклопакет в оконный проем и переходим к следующему этапу внутренней отделки помещения. Укладываем металлические направляющие поверх Типофола и крепим их при помощи дюбель-гвоздей, шурупов и скоб. После подготовки каркаса монтируются гипсокартоновые облицовки. Завершающим этапом утепления лоджии является монтаж напольного покрытия и финальная отделка стен. Типофол безвреден для человека и имеет неограниченный срок службы. Теперь ваша лоджия надежно утеплена и готова к любой погоде за окном. В отличие от других утеплителей, Типофол сохраняет стабильность изоляционных свойств и имеет срок службы более сотни лет. Проведем эксперимент. Откроем окна и через некоторое время измерим температуру воздуха в помещении лоджии. Сквозь открытое окно холод быстро проникает внутрь лоджии и устанавливается минусовая температура. Теперь измерим температуру непосредственно в самой квартире. Благодаря системе отопления температура в самих комнатах поддерживается на комфортной плюсовой отметке. Закроем окно на улицу и откроем дверь на лоджию. В этот момент тепло из отапливаемой комнаты начинает попадать и в саму лоджию, а Типофол, благодаря отличным изоляционным свойствам, не позволяет теплому воздуху выходить наружу. Подождем некоторое время и вновь измерим температуру. Мы видим, что за полчаса столбик термометра поднялся с отметки минус 5 до плюс 18 градусов. Типофол отлично справился со своей работой и сохранил комфортную температуру для отдыха в лоджии или балконе вашей квартиры. Типофол сделает ваш дом теплым.